Что же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Гусь Елёвлэй, и сегодня у нас новое видео. О май гарбл, да. В прошлой части, которая не выйдет, я сделал вот это существо. Да. Я выбил яичко вне серии, а в этой серии я хочу найти второго босса, кубика. А кубик, это такой босс, он, ну, не то чтобы страшный, он... Кстати, там зачаровалка, да. Поэтому он не такой уж и опасный, но когда у него остается мало хп, он начинает просто вах! Всех уничтожать, всех взрывать. Да. Если кто вдруг не помнит или не знает, то здесь я сражался с первым боссом Валькирий. Так, у нас сейчас стоит легкая сложность. Значит, можно включить шейдеры. Хе-хе-хе, в раю. Восьмая серия, я включаю шейдеры. Хе-хе. Да. Воу. Здесь так все необычно. Это у нас смерч. Это у нас какие-то низкие летающие пельмешки. Очень-очень сильно лагает. Очень-очень сильно лагает. Прям капец. Ладно. Я к вам уже вернусь, когда отлагает. Раз, два, три. Пип. Фу-фу, с вами я, колдовалик. Ладно, все. Кролики так не делают. Я кролик, который киборг-убийца. Кролик, киборг-убийца. Да, в общем. Боже мой. Нам надо найти двух боссов. Представляешь, дружище? Представляешь? Я смотрю на твою жопу и думаю. Хоть бы это закончилось. Так. Я хочу полностью пройти мод на рай, потому что это очень, ну, не то чтобы прям вах, глобальный мод, а такой, ну, средний, я бы сказал. Потому что, как по мне, глобальные моды это какой-нибудь... Сменяется лес этот чувак? А, нет, он на мне. Хе-хе. Приручите кролика в прямом эфире. Хе-хе. Так, ладно. А, господи, потому что здесь босс. Но если я не найду босса, то знаете, что я нашел какой-то мост. Я не знаю. О, кто сожрал всю листву? Это ты что ли? Так, давай, мы тебя убить. А-а-а! Кролик. Еще на мне кролик, вообще красавчик. Прям не знаю, как кто, как про, как батька, как личинка. Ладно, все. Спасли меня, перегнул. Он не на такой степени крутой. Летающая свинья. Как ты летаешь? Я тоже хочу летать. Если вдруг тебя убьют, то я смогу летать. Только истинные свиньи попали в рай. Ха-ха. А все остальные попали вот это в жопу. Так. Значится. Откроем этот тулбокс и видим. Я просто без понятия, как это у меня получилось, и вообще выкинем, пожалуй, вот это вот. Помогите мне. Так, откроем, пожалуй. О, боже мой, надеюсь, меня не вылезет в Майнкрафт. Так, давайте-ка сделаем, пожалуй, давайте вот так вот. Потом мы сделаем вот так вот. Так вот. Все. Логико. Так. Чё мы здесь еще не взяли? А, мы здесь все обокрали. Просто. Блин, сколько здесь мобов? Особенно эти кролики, они вообще приколдесные. Так. Я вообще без понятия. Кто где-то такие? Но я думаю, что они ужасные. Я так и знал. Кролик. Я зря его ударил. Да урод! Не притягивай меня. Клолик без... Флолик! Я его бы называть Флолик. Так. Да как мне от него уйти? Ненавижу такие события. А, все. Кролик, ты со мной? Кролик, ты что? Сыкон? Кролик не будет сыком. Не ссы, бро! От меня сбежал мой кролик. Ладно, ты там гуляй. Ты послужил мне хорошим добром. Поэтому я даю ему
по праву покой. Знаете, пожалуй, я найду этих боссов уже вне серии. Да. А сейчас мы, пожалуй... Ты что, рофлишь? Так. А сейчас, пожалуй, мы отправимся с вами в обычный мир. Раз, два, три. Знаете, пожалуй, немножечко зачаруемся. Острота, прочность. Острота 1. Что же выбрать? Я не знаю, если честно. Так, зачаруем ту кирку, которой лучше всех. Так, эффективность 2, эффективность 1, эффективность 1. Мне так подсказывает моя душа, что лучше этого не делать. Поэтому я не буду ничего зачаровать, потому что у меня нет лазурита. Лазурит нам нужен для того, чтобы зачаривать. Лазурит нам нужен для всего. Так, короче, создаем собственную шахту. Да, это, наверное, будет самый долгий процесс, который когда-либо знал. Эх, но я не буду прямо перед вами копать, поэтому вы это уже увидите через... Докопался до такого, до какого-то места, как будто я сейчас в 1.17. Здорово. Как будто я сейчас в 1.17, и мне так кажется, что я тыщу пещерное обновление. Да, возможно, я сделаю об этом когда-нибудь видосик, потому что я люблю Майнкрафт. Теперь Майнкрафт 1.17 будет просто... Вах, мне это подсказывает. Ну что же, ну... Я, если честно, без понятия. Так, железо, пожалуй, мы возьмем, хотя у нас его навалом, поэтому мы его не будем брать. Да. Привет, дружище. Привет. Так, у меня есть кости, поэтому ты нам не нужен. Ошибочка небольшая. Вот ты, дружище, нам как раз-таки нужен. Так. Убить, сожрать, сломать, разорвать, на куски порвать. Это было достаточно легко. С него было просто плоть эндера. Ничего особенного. Да. Пожалуй, здесь все мы осветим. Осветим. Да, мы здесь сделаем все очень ярким. Нет, очень тусклым. Ха-ха. Я вас обхитрил. Я сделаю все очень тусклым. И тогда тьма будет всегда. Если честно, щидерами будет, как по мне, в этот летсплей играть более интересно. Потому что шейдеры — это красивая графика и все такое, да. Поэтому, если вы вдруг любите шейдеры, респект. А если вы вдруг не любите шейдеры, то тоже респект, да. Бывает, что у нас у всех вкусы разные, да. Но я так и не нашел лазурит. А я за ним шел! Майнкрафт немножечко надо мной рофлит, потому что сейчас у меня сломалась кирка, и я автоматически выдал себе новую. Если честно, классная функция. Где ента я? Я не знаю где. Но мне очень интересно, если честно. Да. Очень. По-настоящему. Очень-очень интересно. Ну, я к вам уже вернусь. Снова. Ну, вы все знаете. Узрит. Пожелайте. Итак, лазурит, конечно же, найден. Здесь я, пожалуй, поставлю waypoint, который будет называться... Ну, как-то так. Да, я люблю называть waypoint'ы неизвестными названиями, потому что я неизвестный. Ладно. Так, идем, находим здесь redstone. Ты скоро будешь как AirPods беспроводной. Так, это разновидности Redstone, если что. Потому что я просто хочу вам сделать намек на следующий выпуск. Хе-хе. Да. Так. Нам надо найти лазурит, который у нас уже есть. Точно. Вспомнить надо все, оказывается. Так. Как там наша Мантикора? Да я поздравляю. У меня, во-первых, появился второй, как бы так сказать, бокс. Поэтому можно похлопать лишь одно. Я на нем не могу кататься. А так хочется.
Но нельзя. Так, камушек. Смотрите, какой из этих рюкзачков тот рюкзак? А? 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 Да, именно этот. Если вдруг не угадали, то ничего страшного. Бывает. И вот такие. Нет, не бывает. Так. Лазурит — это, как по мне, одно из самых сильных оружий 21 века. Так, пожалуй, зачарим вот это вот на защиту от снарядов. Новое достижение — чародей. Ко. Так, значит, эта серия получилась достаточно зачаровательной. И все. Да, ничего более у нас, ничего нет. Так, прочность, эффективность, эффективность. Пожалуй, зачаруем на прочность, и нам ничего дальше не выпадает. Щит, тебе можно? Нет, нельзя зачаровать. Так обидно, так обидно, если честно. Так, ого, у меня есть, если честно, небольшая идея. Она связана с... алмазами. Да. Знаете. Нам нужны изумруды. Которых у нас мало. Поэтому я решаю делать небольшие палочки. Палки нам пора. А можно делать обсидиановый меч? Это будет шок-контент, если да. А если нет, то это будет не шок-контент. Это будет... Это печально. Да, вот мой ответ. Это будет печально. Это будет печаль 21 века. Так. Да-да-да-да-да-да. Значит, я сейчас попытаюсь сделать... Где мои палки? Так, находим... Доски, но мы из них делаем, конечно же, палки. Что же еще сделать из палок, кроме как не палки? Ведь это палки. Так, ой, я вспомнил, что нам нужна одна лишь палка. И можно, ведь я гений. О май гарабл. И вот такие, нет, ты не гений. 6 урона. Нельзя скрафтить, к большому счастью. Так, пожалуй, сделаем себе алмазный меч. 7 урона. Гениально, я считаю. Так, все. Мы себе сделаем, пожалуй... Мы будем себе крафтить. Мы будем в этой серии крафтить больше и больше. Все больше и больше, все больше и больше. Больше и больше, меньше и меньше, меньше и меньше, больше и больше. Да-да, так... Вот так вот это у нас все будет происходить. Значит, я так думаю, что нам нужна алмазная броня, поэтому мы ее будем создавать уже в этой серии. А может ли создать алмазные... Фу, изумрудные. Возможно. Так, пожалуй, сделаем изумрудный. Чтобы вы думали. Меч. Да. Почему не алмазный? Да потому что у изумрудного меча 9 урона. Вы представляете? 9 урона. Боже мой, зачаровать мячик нужно, хе-хе, да. Где он? Не понял слов мудреца. Отдача, разжаси клинок, острота и удача, полный капец. Я ж гений! О май гарбл джуниос! Так. Мне нужна книга. Книга, книга, книга. Так, это у нас сила, это у нас сила, это у нас подводник. Это у нас сила добычи. У меня же вроде был рожащий клинок. Или не было? Подождите-ка. Здесь ничего. А здесь вообще ничего. Здесь точно ничего не будет. Да-да-да. А теперь я могу сесть на тебя, дружище? Хе-хе, невидимая обезьяна сидит на большой макаке, хе-хе. Но этот полет мы уже затащим в следующей серии, да. В следующей серии мы уже затащим официально этот полет. Официально! Да. В общем,
Вот и все. Да, вы думали, что я затащу еще что-то? Нет, только полет. Впрочем, вот и все. Так, пожалуй, сделаем себе... Конечно же, алмазную броню. Что я, додик, что ли? И вот такие... Да. Так, о, точно же! Я зачарую Йента на... Что здесь, забыл? Сдохни. Ты превращается ночью... О! Он превращается ночью в оборотни, поэтому он меня может сожрать. Это очень плохо. Он меня сожрет. Так, отдача. Разжрящий клинок пусть будет. Я без понятия, что это зачарование, потому что я забыл все. Так. Пожалуй, зачаруем еще чье-нибудь. Да. Мы это точно уже сделаем. Так, пожалуй, сделаем Йента вот так вот. И сделаем вот как-то так. Ой, так. Сделаем как-то вот так. Потом сделаем как-то вот так. Осыпь меня алмазами. Господи, боже мой, спасибо. Пожалуйста, конечно же, осыпь меня алмазами. Всего-то 8 алмазов потратил. Господи, я сошел с ума. Я зачаровываю одни нагрудники. Защита, прочность, защита. Конечно же, выберу защиту. Что еще мне выбрать? Защиту точно такого же ловела. Хе-хе, конечно же, да. Так, пожалуй, мы сделаем лишь одно. Я передумал. Мы будем уже путешествовать в этой же серии, в этом мире. Только сегодня, только сейчас, только сегодня, только сейчас, только сегодня, только сейчас. Мы отправляемся в путь опять. Да. Сегодня мы начинаем все не с чистого листа. А вы думали, что я скажу все с чистого листа? Конечно же, нет. Так. Заберем все наши вещи. Положим все самое для меня драгоценное. Это алмазы. О, 5 плюс 5 получится 10. Получается у нас будет... Боже мой, я только что открыл для себя новые способности. Нет, я нет, ничего для себя не открыл. У нас есть 2 рюкзака путешественника. Это более-менее чем достаточно, чтобы нам открыть более-менее другие деревни, другие планеты. Блин, планеты. В общем, мы отправляемся в путь. Воу-воу-воу-воу-воу. Летать полезно. Я сказал полезно. Ой-ой-ой-ой. В общем, я к вам уже вернусь, когда мы будем уже летать с моей мантикорой. В общем, и мы к вам уже вернемся, когда мы найдем что-то интересное. Туда, куда мы никогда не полетели. А мы в этой серии это сделаем. Раз, два, три, пять. Все это время я искал вот эту хату. А оказывается, Майнкрафт решил немножечко порофлить и просто замуровал от меня. Ну, да нафиг в баню. Все, становимся в этой серии веру. Как же плохо летать. Алкаш какой-то, короче, честно. Боже мой, это самый лагающий полет, который когда-либо я видел. Так. Так, господи, что так лагает, господи. Помогите. Мая. Так. Надеюсь, что мой мантикола не будет агриться на этих алкашей. Поэтому ты что, делай ничего. Понял меня? А то я вас зарежу, порежу. Поняли меня, лучники? Так, здесь есть. Ну, в принципе, здесь голова крипера. Впрочем, здесь ничего нового. Поэтому мы можем отсюда взять только лунный жемчуг. Давайте-ка мы это сделаем. Бам. Все. Уходим отсюда. Кто кого избивает? Избители. Так. Кунг-фу панда По. Ты сможешь все. Так. И Йента время. Я. Я испугался. Как не знаю, что.
Как? Я без понятия. Я просто... Я расстроен. Там никого нет. А если мы взлетим? Так, у нас появился полет. Уже хорошо. Так, ну, это все? Это, а... Еще не все. Еще там... Господи... Я заспался просто в идеальном месте. Я мог с первой серии качать Вервульфа. Я все мог. Все. По факту. Благодаря этой мантикоре я открыл для себя что-то. Две дерь... У меня сейчас отвал головы происходит. Я уже не помню. Я в данже добыл эти арбузы. Они сейчас мне помогают как никогда. С моей... психикой. Я просто без понятия, что Йента здесь происходит. Почему мне никто не говорил? Там была кузница, здесь была кузница, а я их не облутал. Как же так? Я да буду лутать кузницу этой еще. Индейки. Здорово. Так, если честно, очень лагает. Не знаю зачем. Итак, я снова с вами. Так. О, не агрись ни на кого. Я тебя умоляю, братишка. Не убивай их. Они тебя сожрут. Так, ты здесь. Господи, боже мой. Господи, на 1.7.10 хотя бы вервульфы вилладжеры есть. Типа, обычные самые. Так, humans, точнее, мантикорос. Придумайте ему второе имя в комментах, потому что он по в честь кунг-фу панды. Так, пожалуй, залутаем кузницы. А если мы вдруг и не сможем их это сделать, то, пожалуй... Давай, слезь уже. Все, гениально. Все, по, за мной. Ого. Так. Я, пожалуй, залезу вот сюда, шинки. Что у нас здесь вот? Боже мой, я не хочу это ломать, потому что Йента страшно. Так, никуда не уходи, дружище. Я тебя умоляю, не умирай. Я с тобой еще не до конца познакомился. Хотя ты у меня живешь уже несколько дней. Логично. Верно? Жители, у вас тут потоп лавы. Хапец. Не, ну это за эту серию надо поставить срочно лайк. Вот я вам гарантирую. Вот все ютуберы, которые смотрят это видео, наверное, скажут, вот этот пацан делает успех. Ну или не делает успех. Тут уж как повезет. Так, эти осколки нам нужны, чтобы сделать... Я не знаю что. Поэтому будем думать, что это просто... обычный трэш. Так, сделаем, пожалуй, так вот. Пожалуй, сделаем легендарное просто чудо-юдо. А. Господи, спасибо, что я так не умею. Так, что я хотел? А, вспомнил. Я же хотел сделать тяг. И сделать как-то вот, допустим. Я вспомнил. Все, теперь можно отправляться со спокойной душой. Нет, она у меня неспокойная. Я просто молюсь, чтобы оно было живое. Ура! Дружище, ты живой! Ты здесь кого-то сожрал. Вкусно было? Если да, то ставь лайк. Если нет, то тоже ставь лайк. Если вдруг, то едите. Приятного аппетита. Так, ладно, все. Я меч выкинул. Господи. Но он у меня был покоцанный, поэтому... Я случайно нажал на Q. На Q. Потому что... Ну, мы с моим коллегой постоянно играем в Roblox. Тусим. По-своему. Потому что у роблоксеров там своя атмосфера, у майнкрафтеров своя атмосфера. Поэтому вы, наверное, понимаете. За этой горой таилась та еще тайна, которой никто мне не говорил. Даже эти жители. Вот как это поменять? Я искал деревню. Несколько
Ну, допустим, минут. Не агрись. Не агрись! Пожалуйста, на тебя все големы нападут и сожрут. Этого я не хочу, если честно. Потому что это мой первый домашний питомец. Милый домашний питомец. Очень милый. О, какой-то слиток. Берем, конечно же. Жителю, и надеюсь, они не против, если я их тут, здесь тут обворовал чуть-чуть. Будем считать, что они не против. Так, это, наверное... Это... Понимаю. Это... Это... А... Точно... Ясно, понятно. Все. Понятно. Ясно, как говорится. Так. Ну, а на этом у нас сегодня будет все. С вами был, как обычно, я Леоплей. Это была очень долгая серия, наверное. А, вы меня не видите? А если вот так вот? Наконец-то увидели моё, меня, за множество серий. Куда ботиночки? Ко мне. Вот, все, наденем, пожалуй. Идеально. В общем, всем до встречи, а мы уже встретимся с вами уже в следующей серии. Эх, всем до встречи, всем пока!